Друзі, всім вітання! Ви на YouTube-каналі «Фабрика новин». Мене звати Катерина Федотенко, і мій гість сьогодні – це Борис Пінкус, лідер республіканської партії по 45-му виборчому округу Нью-Йорк. Пане Борисе, вітання! Здравствуйте! Вітання, добрий день! Слава Україні! Героям слава! І, власне, перед тим, як почати нашу розмову, пропоную нашим глядачам одразу поставити лайк, підписатися на наш YouTube-канал, прокоментувати вже одразу це відео, тому що в нас сьогодні справді цікавий гість і буде однозначно цікава розмова. Пане Борисе, перейду на русский язык, чтобы было удобнее с вами общаться. Давайте же начнем с подведения итогов выборов в Соединенных Штатах Америки. Они состоялись 8 числа, промежуточные выборы. Да. Как оцениваете предварительные результаты? И как думаете, насколько сейчас может поменяться риторика тех республиканцев, которые яро выступали против помощи Украине? Ну, по самым первым впечатлениям, той красной волны, так называемой, которая должна была иметь место на этих выборах, не произошло. Красная волна называется потому, что цвет республиканцев красный, а голубой цвет демократов. Под красной волной имелось в виду будет массовая поддержка американцев, только республиканцев. Но этого не произошло по целому ряду причин. Мы, как республиканец, я вам скажу, сейчас только начинаем анализировать, что произошло, что могло быть причиной этого. И есть шокирующие результаты, которые не ожидались совсем. И в то же время они дают большую пищу для размышления, делать какие-то конкретные выводы. Скажу вам прямо, к сожалению, вот вдруг появившиеся резкие такие слова некоторых небольшого числа республиканцев о том, что мы вот, выиграв промежуточные выборы, будучи в большинстве в обеих, прошу прощения, в обеих палатах, мы пересмотрим пакет помощи Украине, но я должен сказать, что надо быть более специфичным, более конкретным среди тех, кто говорит о том, что вообще надо прекратить помощь Украине. Их считанные единицы 2-3 человека, которые не играют никакой роли. Абсолютно их голоса не слышны. Это они работают на свою местную аудиторию. И расчет их был на то, чтобы подкупить вот таким образом тех, кто страдает от высоких цен на продукты питания, например, на высокий бензин, кто сегодня не в состоянии даже платить за квартиры свои. Вот был расчет на них с тем, чтобы они обратили на них внимание. Вот видите ли, они не будут оказывать помощь Украине, а вот эти деньги, которые идут Украине, будут адресованы именно им, на их нужды. Вот такой был расчет. Но это абсурд. Это, конечно, глупость, которая не подлежит даже обсуждению. Но их считанные единицы. Вот одна из них, Мейджор Грин из Джорджии, она вообще экстраординарна, я бы назвал ее отмороженной, которая даже поддержала хулиганство, бандитизм, которые имели место 6 января в Вашингтоне, когда группа республиканцев, спровоцированная именно вот крайне левыми и крайне правыми, которые были внедрены в эту толпу, вот кинулись на Капитолий, это был позор, но и тем не менее это имело место, и вот, вот это Мейджор Грин, которая и говорит больше всех о том, что она не будет поддерживать Украину, она одна из двух или трех, не больше. Вот других я больше не знаю, остальные уже больше не говорят об Украине совсем. Она вроде еще продолжает, ну и черт с ней, знаете, как говорится, на Востоке собака лает, караван идет. Большинство республиканцев за Украину, в этом можно не сомневаться абсолютно. Тому подтверждение слова на сегодняшний день пока лидера меньшинства МакКоннелла в Сенате и тот же лидер меньшинства пока Маккарти в Нижней Палате, он внес в ясность после того, как он сказал, что пустые чеки, то есть карт-бланша не будет,
после победы республиканцев, как он говорил. Потом мы потребовали его объяснений. Он внес ясность в том, что под карт-бланшем он имел в виду не подкрепленные военным оборудованием чеки Украине выписываться не будут. И мы с ним полностью согласны. Дело в том, что Байден буквально в смысле закидал Украину чеками один за другим. Но в то же время, обратите внимание, по сей день в Украине нет того оборудования, которым Украина нуждается. Именно в наступательном оборудовании. Даже вот эти ракеты, радиусы действия 300 и более километров, их просто нет по сей день. Будь они доставлены не сегодня, не вчера, а хотя бы 2 месяца назад, сегодня бы тех разрушений энергетической инфраструктуры Украины бы не было. Мы, вот республиканцы, говорим об этом. Мы просим Байдена быть честнее по отношению к Украине. И поэтому вот сегодня, вот прошло уже 2 дня, проходит, да, после выборов, мы, несомненно, будем в большинстве в Нижней Палате. В этом можно не сомневаться. Но того преимущества, на которое мы рассчитывали, нет. Но неважно, зато есть абсолютное большинство, которое позволяет принимать те или иные законы, которые будут действенны, которые будут иметь место. Да, повторите, пожалуйста. Например, какие законы смогут сейчас принимать в Конгрессе? Вот, например, те законы даже о той же помощи Украине, они будут продолжаться. Вы обратите внимание, периодически принимаются те или иные резолюции, принимаются те или иные предложения на рассмотрение. И они приемлемы только, если есть абсолютное большинство. Вот в этом случае можно не беспокоиться. Республиканцы будут поддерживать Украину. Я хочу обратить ваше внимание на 2 очень важных момента. Первое. Многие законы, направленные на поддержку Украины, уже приняты. И в Америке законы обратного действия не имеют. Они уже в действии. Тот же закон по ленд-лизу, который был подписан Байденом 9 мая, закон принят. Другое дело – масштабы помощи по ленд-лизу. И, к сожалению, само название этой программы ленд-лизовской, оно редко применяется по многим причинам. Но я хочу сказать, что если быть точнее, та помощь, которая идет сегодня Украине во многих направлениях, пусть даже она не столь масштабна, не столь значительна, в какой Украина сегодня нуждается, но она является частью того самого ленд-лиза, о котором идет речь. Просто ее не называют ленд-лизом. Надо вот это запомнить. И вот сейчас, вот когда 3 января новый Конгресс уже начнет работать в новом составе, очень многие вопросы, касающиеся Украины, и они лежащие на столе, они снова будут рассматриваться с целью продления, улучшения, но абсолютно не с целью отклонения, отказа. Нет, этого не будет никогда. Об этом надо забыть. Вторая причина, почему я хочу успокоить наших зрителей, украинцев в целом, в том, что никаких ухудшений по отношению к помощи Украине не будет, это опросы. Более 70% американцев, независимо от партийной принадлежности, за неукоснительную помощь Украине. До полной ее победы. Этого нельзя отрицать. И поэтому здесь можно быть спокойным. Вот сейчас, начинаем анализировать, почему республиканцы не смогли добиться победы в Сенате. В Сенате еще идет обсуждение. У нас сегодня 49 голосов, а у демократов 48. А для победы нужен 51 голос. Ну, 3 штата еще в процессе подсчета голосов. Это Джорджия, Невада и Аризона. Но если Джорджию перенесли на дополнительные перевыборы на декабрь, то
подсчет голосов в Неваде и в Аризоне продолжается. Поэтому результаты могут быть известны буквально со дня на день, в ближайшее время. Вот, теперь, что касается Нижней палаты, то там, очевидно, мы будем иметь большинство, в этом нет никакого сомнения. Вот, и мы тем временем анализируем, что могло произойти, почему это произошло. Но я буду с вами откровенен. Сработали два фактора. Первый фактор – это фактор имени Трампа. Дело в том, что хотя Дональд Трамп не является президентом, он не занимает никакие государственные посты, но вот демократы, рассчитывая на психику рядового избирателя, все вот эти почти два года теребят одно и то же о Трампе. Почему? Да потому что они знают его популярность. По сей день в Америке его поддерживает более 65 миллионов американцев. Это огромное число. И он не исключает своего возврата в политику, и, может быть, даже он будет выдвигаться на должность кандидата в Белый дом вот на 2024 году. И он собирается сделать это объявление вот 15 ноября. Мы ждем. Но я вам скажу откровенно, вот это вот все эти годы, все эти месяцы прошедшие, когда средства массовой информации либеральные, в основном у нас 90% средств массовой информации крайне либеральные, они опять вспоминали и о 6 января, хотя Трамп к этому не имел прямого никакого отношения. Единственным его недостатком было, он должен был громогласно обратиться к этой толпе и остановить ее. Он этого не сделал. Вот это его большой минус. В то же время он не был инициатором, он никогда не подталкивал их идти там совершать такие хулиганские поступки. И более того, ни у кого из них не было ни холодного оружия, ни подготовки какой-то специальной. Но очевидно одно, что там были провокаторы. И, к сожалению, достойного расследования, того, которое должно было бы на место, не было. К стыду нашему. Вот это нюансы нашей демократии. Но если мое личное мнение таково, я бы на месте Трампа 15 ноября, вот перед той огромной аудиторией, которая ожидается, многотысячной, обратился бы к народу американскому, поблагодарив его за его поддержку Трампа, за все, что он сделал, и извинившись за то, что, может быть, он кого-то мог обидеть, оскорбить, а такое имело место, к сожалению, я бы громогласно передал бразды правления нашей партии ДеСантису, это губернатору Флориды, молодому, растущему, потенциально очень, знаете, обнадеживающему лидеру нашей партии. Это губернатор Флориды, который сейчас с большим преимуществом победил своего оппонента во Флориде. Очень перспективный, его даже называют новым Рональдом Рейганом. Вот так что, вот если бы он это сделал, он бы вошел в историю Трамп как великий, один из величайших президентов Америки, который много сделал для страны. Кстати, и Украине он много сделал. Многие, к сожалению, не знают об этом. Я вынужден говорить об этом, я говорил об этом много раз. Во-первых, он был первый, кто был против «Северного потока-2». Он на этой почве не общался и даже был критически по отношению к Меркель. Вот он объявил о санкциях американских против тех компаний, которые поддерживали «Северный поток-2». Он был первый после Обамы, который дал разрешение на поставку «Джавелинов» Украине. Это был очень важный фактор. Он был против того, чтобы Европа торговала, покупала энергоносители у Путина, у России. Говорят, что энергоносители Путина – это его кислород, это его нефтедоллары. Вот, это очень важный фактор. Он закрыл два консульства американских в Америке, российских. Он выдворил 60 российских дипломатов из Америки. То есть он целенаправленно вел работу по оказанию помощи Украине.
Поэтому не надо верить тем, кто говорит о том, что Трамп против оказания помощи Украине. Это неправда. И то, что он говорит, что Америка first, то есть Америка должна быть первой, он не имел в виду это в ущерб отношениям с западными странами, с союзниками, с друзьями. Абсолютно нет. Все дело в том, что тем, кто живет в Америке много лет, платит налоги и прекрасно знают, что Америка, к сожалению, теряет свои ведущие позиции и в экономике, и в образовании. И несмотря на то, что Америка является лидером в новаторстве, в разработке новых видов технологий, внедрению Америка, к сожалению, по внедрению она не занимается лидирующей. Почему многие инновации американские быстрее внедряются в том же Китае? Вот об этом говорил Трамп. Поэтому много интересных экономических новшеств было им предложено и внедрено. Он пересмотрел многие, знаете, торговые соглашения с тем же с Китаем в пользу Америки. И с Мексикой, и Канадой он аннулировал нафту, так называемую. Короче, я не хочу, чтобы это не выглядело пропагандой Трампа, тем более я, честно вам скажу, я за то, чтобы он ушел. Я бы не поддержал его. Мое мнение, я американец, для меня ценности Америки выше, чем ценности той личности, которая претендует на это. Это важнее всего. И я заинтересован в том, что поддержка Украине была до полной победы Украины. Ибо Украина защищает не только себя, но и весь Запад. Прежде всего, Америку. Я много раз говорил, Украина жертвует людьми, тысячами. А мы только деньгами. И то не в том объеме, в каком это надо было бы. Деньги можно вернуть, а вот человеческие жизни мы никогда не вернем. Поэтому честь и хвала Украине, которая просто грудью закрыла дорогу этим варварам Средневековья, которые как орда накинулась на западную цивилизацию. В этом Украина не имеет цены. Да, Борис, огромное спасибо вам за такую поддержку, на самом деле, и с интересом ожидаем выступления Трампа, объявит все же о том, что будет принимать участие в выборах или нет, но об этой поддержке также хотелось бы поговорить более подробно, потому что в одном из своих интервью моему коллеге Юрию Бибику вы сказали, что точка кипения в этой войне, она не достигнута в контексте помощи США, насколько я понимаю, и что до сих пор работает вот этот так называемый синдром Макрона, мол, хоть бы не раздраконить Путина. Так вот сегодня издание The Wall Street Journal, значит, написало о том, что США отказываются предоставить Украине дроны Grey Eagle, якобы, чтобы избежать эскалации с Россией, что подтверждает ваше, собственно говоря, суждение. Так вот вопрос, когда будет достигнута эта точка кипения? Вы знаете, возник парадокс. Мы были воодушевлены тем, что Украина начала иметь успехи по всей линии фронта, благодаря, прежде всего, мы не имеем права не говорить об этом, героизму украинского народа, солдат и руководству. Залужный сегодня, он супергерой. Вы знаете, вот если бы сегодня была бы сборная планеты Земля по обороне, по войскам, в войне с чужой планетой, я бы незамедлительно Залужного назначил бы главнокомандующим всей земной планеты. Почему? Мало кто знал об украинских офицерах, солдатах, генералитете. И вот война показала, насколько руководство Украины талантливо. Вы знаете о том, что сегодня у нас в генералитете, вот я разговаривал с конгрессменами, которые входят в комитеты по вооружениям, изучают те методы войны, которые Украина сегодня ведет в новых условиях. В 21 веке, послевоенное время, вот после Второй мировой войны, еще ни одна страна не вела войну с европейской страной. Вот со страной, такой как Россия, которая превосходит по численности своих войск многие армии Европы, и по технике то же самое. И вот она накинулась на одну из европейских стран.
И не случайно, обратите внимание, Запад был готов принять поражение Украины за считанные дни. И вот Украина это опровергла. В этом огромнейшая заслуга руководства, военного руководства Украины, которое потрясающее решение применяло. Она успела перестроиться таким образом, что сегодня спецназ Украины лучший в мире, который умеет воевать в городских условиях. Это мы видели на подступах к Киеву, к Чернигову, Харькову. Сегодня мы это видим в Херсонской области, которая вот не сегодня, завтра будет уже отвоевана. Очень много интересного происходит за дверьми военных кабинетов. Это благодаря смекалистости, уму, дальновидности именно вот украинских офицеров и Залужного в частности. Честь и хвала ему за это. И вот когда, и сегодня произошел парадокс, вы посмотрите, Херсон это ключевой момент во всей украинской войне. Это прямая дорога на Крым. И Херсон единственный значимый областной центр, которым овладел Путин. И вот он сегодня отходит благодаря Украине, украинским солдатам. И, казалось бы, мы, Запад, поддерживающий Украину, должны были воодушевиться, обрадоваться, дать еще больше того, что нужно, чтобы украинские войска полностью перешли в наступление. И вдруг новая волна очередная. Вот та самая леволиберальная, зараженная синдромом Макрона. Пошли опять разговоры о том, вы обратите внимание, какая хитрость. Сегодня леволибералы, в том числе в окружении Байдена, говорят, вы знаете, какие молодцы украинцы. Вот как только они отвоюют Херсон, прекрасный момент сесть за стол переговоров. Сесть за стол переговоров и сказать русским, вы знаете, видите, какие мы сильные. А вот теперь сядем за стол переговоров и будем договариваться. То есть, видите ли, переговоры с позиции силы, они могут привести к тому, что Путин, видите ли, скажет, ой, май гад, это катастрофа, все, мы уходим, мы сдаемся. Это какая глупость, вы мне скажите, слов нет. Абсурд, ни в какие рамки не укладывающийся. Поэтому, несмотря на то, что это шокирующее мнение, оно начинает вновь набирать обороты, это как раз подтверждает мои слова о том, что точки кипения в этой войне еще нет. Точка кипения, я имел в виду то, когда украинские войска полностью по всей линии фронта перейдут в наступление. Таким образом, чтобы в ближайшие перспективы 2-3 недели, месяц, русские солдаты будут сметены и выведены за границы 91 года. Вот сейчас, казалось бы, это надо делать. Это, у меня просто слов нет. Много свидетельств тому, что Путин страдает от нехватки профессиональных солдат. Эти мобики, непрофессионалы, немотивированы. Они бегут на территорию Украины воевать из-под палки, сдаются массами, умирают массами, это первое. Второе, нехватка вооружений. Всех видов, абсолютно. Дойти до такой нищенской позиции, до нищенского положения, чтобы просить оружие, ракеты у таких стран третьего мира, как Иран, или у того же Кима Северной Кореи. Это ли не позор той самой России, которой Путин хвастался, второй армией мира? Она сегодня вторая террористическая армия мира. Поэтому очень много у нас доводов, причин побольше помочь Украине, чтобы она быстрее перешла в нападение. Поэтому сегодня необходимо усилить войну байденовской администрации на идеологическом фронте, на информационном фронте. Добиваться того, чтобы ни в коем случае никаких разговоров о перемирии не должно быть. Тысячу раз спасибо Зеленскому, который непоколебим.
он выставил свои условия, при каких условиях может быть разговор о мире. Так, я могу перечислить, это первое. Это выход всех российских войск за границы 91 года. Второе, полная компенсация всех тех ущербов, того урона, который Россия нанесла Украине. Третье, это трибунал. Трибунал, военный трибунал. Поочередно, сначала в Мариуполе, потом в Буче, потом в Изюме, потом в Лимане, показное, чтобы весь мир видел, что сегодня творят варвары 21 века в цивилизованной стране Украина. С демонстрацией всего. Я вам больше скажу. То, что сегодня мы видели в этих городах, это уже вошло в историю. Оно будет находиться следующими документами, подтверждающими Холокост Второй мировой войны, когда 6 миллионов евреев были истреблены. Сегодня истребление украинского народа идет. И оно должно идти рядом с документами о Холокосте. Весь мир должен знать о том, что происходит. И к стыду мировое сообщество примиряется к этому. Вот это вот привыкание, оно преступно. Нельзя допустить того, чтобы народ свыкся, чтобы это стало повседневной жизнью нас, даже американцев, находящихся за 3-9 земель от Украины. Нет, сегодня надо наоборот поддержать Украину всеми способами. Всеми способами. И нельзя, вы знаете, по сей день бытует мнение, что, вот видите ли, Путин может применить ядерное оружие. Если даже какая-то мизерная доля такой вероятности существует, нельзя покупаться этим. Потому что неоднократно ему было сказано напрямую и по тем каналам, которые существуют между Байденской администрацией и путинской администрацией, о том, что последствия будут катастрофическими для него лично. Он об этом знает. Он хочет жить. Он и труслив плюс к этому. Поэтому надо действовать по принципу око за око, зуб за зуб. Стреляет он из Белоруссии, как сейчас это имеет место, из Брестской области, надо бить по этому месту. Стреляет из Москвы, надо бить по Москве. Другого выхода нет. Надо заканчивать эту войну. Побыстрее. Это в нашу пользу. Налогоплательщиков. Потому что наш долг, наша обязанность победить в этой войне. Речь идет о будущем Америки. Вот на карту поставлено все. И независимо от результата выборов, еще раз повторю, народ американский одержим. Одержим тем, что сегодня затронуты наши ценности, американские. Это то, за что борется Украина. Свобода слова, свобода религии, периодическая смена президентов, как это имеет место в Украине сегодня, и жажда быть частью цивилизованного мира. Но что еще нужно? Поэтому я вам скажу, вот мы сейчас, перерабатывая результаты выборов, пережевывая, анализируя, обязательно будем иметь в повестке дня настойчивое требование администрации Байдена, который, к сожалению, будет еще до 2024 года, чтобы он принимал те действия, которые он обещал. Надо следовать своим обещаниям. Не просто слова пускать на ветер, а действовать. Сегодня промедление смерти подобно. Мы являемся свидетелями этому. Борис, вы знаете, вы говорите о том, что для Америки очень важно, чтобы сейчас Украина победила в этой войне против России, точнее, Россия воюет против Украины. Да. В то же время, кажется, на этой неделе итальянское издание «La Repubblica» пишет о том, что полное поражение Путина может иметь худшие последствия для США, а именно передачу контроля над Россией Китаю. Насколько, по-вашему, справедливо это суждение, и может ли Америка опасаться именно полного разгрома войск Путина и в целом режима Путина? Ну, такое мнение существует, к сожалению. Есть еще и другое мнение. Вот параллельно, я сейчас вернусь к этому. Второе мнение еще заключается в том, что вот те либералы, которые за то, чтобы посадить насильно Зеленского за стол переговоров, причем они имеются и в Европе, и у нас в Америке, они говорят, что
А кто будет после Путина? Ведь оппозиции внутри России нет. Нет как таковой. Она разрознена. Часть сидит в тюрьме за решеткой, другая часть разбросана по европейским странам. Она не объединена, у нее нет никакой стратегии возврата к власти. Вот такое суждение, мол, если падет Путин, его не станет, неизвестно, какой бандит еще окажется у руля. Может быть, он будет еще и хуже. Кстати, вот это довод путинский, это он страшит Запад. Говорит Западу, говорите со мной, я буду с вами в диалоге. Вы еще не знаете, кто будет после меня. Вы представляете? Вот это вот второе мнение. Так вот, то мнение, о котором вы заговорили, о Китае, такое мнение существует тоже. И на то есть основания, надо прямо сказать, потому что из этой войны, вот в этой войне между Россией и Украиной, главным бенефициаром является Китай. Он заинтересован в том, чтобы ослабла и Россия, и ослаб Запад. Потому что он прекрасно знает, что Украину поддерживает Запад, прежде всего Америка. И, знаете, следуя мудрой такой китайской поговорке, когда два хищника дерутся, не вздумай их разнимать. Вот такая позиция у Китая сегодня. Но они не дураки, китайцы. Они мудрые, они умные. Они сегодня обеспокоены в том, чтобы, во-первых, поддержать свою экономику, которая идет вниз, у них масса внутренних проблем, о которых мало говорит Запад, к сожалению. И второе, у них есть возможность реализовать свою мечту, давнюю мечту. И она выигрывает в этой войне, выигрывает в достижении одной из целей, которые есть у Китая. Если, например, выиграет Америка, то есть Украина в этой войне, Россия ослабнет, и Украине есть возможность реализовать свою давнюю мечту – вернуть Западную Сибирь, Дальний Восток, как говорят китайцы. Я видел, например, вот в Америке у туристов карты, где желтым цветом окрашены вся территория за Уралом, Сибири, Дальнего Востока, Китай и Монголия. Я когда спрашивал китайских туристов, я говорю, вы что, идиоты, это же Россия. Они говорят, какая Россия, это было наше, мы вернем все это. И вот по свидетельству китаеведов, действительно, в 16-17 веке еще, вот часть Дальнего Востока и даже Байкал, кстати, Байкал, они, оказывается, называют еще Северным морем своим. Это принадлежало якобы Китаю. Ну, об этом пусть говорят эксперты, но вот мечта такая у Китая есть. И не исключено, что это может произойти, тем более, что сегодня там границы почти открыты. Более 3 миллионов китайцев уже давно живут в районе Дальнего Востока и Сибири. По многим причинам. И это одна мечта Китая. А если, например, бы, не дай бог, Россия одолевала Украину, захватила, то тогда у Китая появилась возможность легко вернуть, да, насильно, да, даже не надо было силы применять, Тайвань в свое лоно. Понимаете, в обеих случаях он мог бы быть бенефициаром, как я сказал. Поэтому, вот возвращаясь к вашим словам о том, что вот не надо разрушать путинский режим, уничтожать, иначе это Серьезно? Все может оказаться... Да-да, ну вот такое мнение якобы существует. Это неправда. И, во-первых, я говорил и повторю еще раз, с Китаем надо вести переговоры. Они не идиоты. Конечно, рано или поздно часть России они отхватят, в этом нет никакого сомнения. Особенно благодаря Путину, который является главным врагом самой России, он ее уничтожает, он не думает о том, что будет завтра с Россией, абсолютно безграмотный, он неуч, он не знает истории своей родной страны. В этом вся проблема. И рано или поздно российский народ поймет это. Так вот, сегодня решение проблемы военной
вот той войны, которая имеет место в Украине, без применения ядерного оружия, без жертв, массовых жертв, которые имеют место в Украине, это Китай. Сесть за стол переговоров Америки с Китаем, договориться о том, что насколько Путин страшен для этого мира, он вреден и для самого китайского народа, от того, что Путин применит то или иное неконвенциональное оружие, от этого Китай не выиграет. Ему самому будет плохо. Китай уже страдает от санкций, которые Америка предъявила Китаю, за то, что Китай не объявил громогласно свое презрение, ненависть к России, которая ведет войну в Украине. Китай страдает от американских санкций. Плюс к этому это последствия пандемии тоже сказываются на экономике Китая. И, например, те планы Китая по развитию своей экономики на более чем 7% не сбываются. Напротив, сегодня экономика Китая меньше, чем 4%. И она идет вниз. Это катастрофа для Китая. Поэтому Китай кровно заинтересован и в поддержании экономики, экономической связи с Америкой. Она на 40% зависит от нас. И в то же время не потерять лидерство. И не случайно в своей инаугурационной речи Си подчеркнул о том, что он готов расширять, увеличивать, углублять экономические связи с Америкой. И он назвал мир двуполярным. Это говорит о многом. Заткнув рот Путину, который постоянно говорит о многополярности, надо забыть об этом. Нет никакой многополярности. Действительно, сегодня, знаете, вырисовывается два полюса экономических. Это Америка и Китай. Я бы очень хотел, чтобы Байден последовал разуму. Сегодня нужно срочно сесть за стол переговоров с Китаем, договориться о Тайване. Я уже говорил об этом несколько раз, повторю еще раз. Надо идти по пути Великобритании, которая в свое время очень красивый, умный договор сделала с Китаем по поводу Гонконга. Это долгосрочный проект. Вот, и потом она вернула Гонконг Китаю. Точно так же можно сделать с Тайванем, договорившись с Китаем. Тем более у нас нет там посольства в Тайване. И мы публично признаем Китай и Тайвань единым государством. То есть много причин тому, чтобы мы не конфликтовали с Китаем. С другой стороны, надо примириться, надо договориться, пойти на какие-то преференции и сделать все возможное, чтобы Путина не стало, чтобы избежать термоядерной войны. Китай это может. Может, потому что Китай сегодня единственное окно в мир, который позволяет Путину существовать экономически. Там существуют и его энергоносители в Китай и в Индию через Китай, и многое другое, что делает Россию зависимой от Китая. Поэтому Китай может повлиять на это. И в военном отношении тоже Путин прекрасно понимает, насколько силен Китай. Поэтому много причин. И говорить о том, что если мы не должны, значит, конфликтовать с Путиным, оставить его таким, как он есть, дабы не разрушить Россию, она бы не перешла в Китай, и сделать Китай тем самым сильнее, это абсурд, это нелепость. Китай как раз-таки тоже неоднократно выражал публично, если вы помните, о том, что границы Украины должны быть неприкосновенны. Украина должна существовать в границах, тех границах, которых узаконены и признаны международным сообществом. Это говорил Си. Это очень важно. И вот эту мысль надо развивать. Развивать, сесть за стол переговоров и договориться с Китаем. Вот это мое мнение. Благодарю вас, Борис, за то, что нашли время подключиться к нашему эфиру, рассказать, оценить, прокомментировать все события, которые сейчас происходят. Спасибо вам огромное. Спасибо. Слава Украине. Героям слава. Це був Борис Пінкус, лідер республіканської партії по 45-му виборчому округу Нью-Йорка. Друзі, на цьому я дякую і нашим глядачам «Фабрики новини». Нагадую, поставити лайк, прокоментувати це відео і поділитися з друзями. Спасибі.